Ну что, друзья, как же меня задолбало, что многие из вас так ругаются. Вот, я больше никогда не куплю ничего с Али, или второй вариант. Это был последний смартфон фирмы Blackview, больше это не фирма. Спрашиваю, что случилось? Да, говорит, смартфон вышел из строя. Ну, там у кого-то просто вырубился, у кого-то с перегревом что-то сгорело. Я говорю, хорошо, а что делали? Ну, частый вопрос, точнее, ответ на мой вопрос. Как всегда, поставил на быструю зарядку. Ну, во-первых, я уже предупреждал, что быстрая зарядка – это не очень хорошо. Ну, да ладно. Далее. На быстрой зарядке он там перегрелся, нагрелся, сгорел, еще что-то. Неважно. Что-либо произошло. Потом спрашиваю, а сколько времени-то телефону? И вот тут капец. Кто-то говорит 3 года, кто-то говорит 2 года. И если, люди, вы думаете, что аппарат, проживший 2 или 3 года, не может сгореть, ну, я не знаю тогда, что с вами. Потому что меня, извините, но не сгорают, не ломаются только аппараты, которые сделаны 10 лет назад. Потому что они тогда делались на совесть. Сейчас аппараты делают специально на 1-2 года. Это называется система потребления. Вас учат, что нужно потреблять, нужно постоянно заказывать новые. У них техника и не рассчитана на то, чтобы работать дольше. Вот и все. Поэтому, если мне еще раз кто-то скажет, что у него телефон сгорел через 3 года, поэтому фирма Blackview – это говно, я скажу, ну что, покупайте тогда айфоны и все, и радуйтесь. То, что они проработают ровно 3 года, может быть 4. А этот не дотянул 2 года, но... Ну да, не дотянул. Только стоит он, извините, 5, 7, 9, 12, 15 тысяч, а не 50, 60, 80, 90, как некоторые. Поэтому, по-моему, свои деньги эти аппараты явно отрабатывают. Поэтому, если вы хотите поругаться, ну, ругайтесь. Я уж понял, что если человек хочет на что-то наругаться, он наругается. Поэтому, что бы я ни делал, где бы я чего ни рассказывал, народ все равно думает, что аппараты все жить должны вечно. Вечного ничего не бывает. Когда-нибудь оно все накроется. Поэтому, если он у вас накрылся, или, скажем так, пошли посылы к тому, что он накроется, примите меры, и все будет хорошо. Например, если телефон стал тихонько раздуваться, вот-вот экран вывалится. Догадайтесь, что его надо вскрыть, изъять аккумулятор и поменять на новый. Если у вас телефон стал при зарядке очень сильно греться, значит что-то не то, либо с зарядкой, либо с проводом, либо с платой питания, так называемой, второстепенной платы, которая как ведомая после материнской. Примите меры. Не хотите принимать меры, потом не пугайтесь, что аппарат выйдет из строя. Просто тупо не ругайтесь, скажем так. Поэтому будьте спокойней. Все. Больше я не знаю, что сказать. Всем пока. Это было видео, снято фронталкой Blackview BV9600 Pro. Программа Open Camera. Вот заодно и посмотрим, помогает Open Camera 9600 или нет. Всем пока. Спасибо за внимание.